Украину могут лишить права проведения следующего Евровидения и отдать конкурс нам, России. Об этом пишут сегодня «Известия» со ссылкой на Европейский вещательный союз. Все дело в том, что Киев никак не может определиться с городом проведения Евровидения и источниками финансирования, что, наверное, даже более важно. Для объявления места уже несколько раз переносилось, ну а сроки подготовки поджимают. И вот если до конца октября Киев ничего не решит и не найдет средств, готовить следующую площадку будет Россия. И это несмотря на то, что в нынешнем мае мы заняли третье место. Второе, напомню, Австралия. Однако по правилам конкурс должен проходить в европейском регионе. Если Украина не потянет Евровидение, то это будет уже четвертый случай переноса конкурса за всю историю его проведения. Первым стереотипом, что нельзя просто так взять и отказаться от Евровидения, сломало княжество Монако в далеком уже 72-м. Причины самоотвода были прозаичны. В маленькой стране просто не нашлось подходящей площадки для этого конкурса. В итоге песниры со всей старушки Европы отправились надрывать голосовые связки в чопорную Британию. Перемена места пошла на пользу певице Вики Леандрос из Люксембурга. Она тогда стала победительницей. Год спустя другая представительница Люксембурга, Анна-Мария Дэвид, принесла родному герцогству вторую победу подряд. Поклонники, конечно, ликовали, но а власти наверняка плакали, потому что руководство страны не успело посчитать убытки от Евровидения 73-го, а вот уже нужно было готовиться к следующему. В итоге маленький, но гордый Люксембург отказался от проведения конкурса именно по финансовым причинам. И в 74-м главную песню Европы затянули по привычке в Британии. И как затянули, об этом отдельно. Евросонг 74 до сих пор считается едва ли не самым лучшим за всю историю. Кстати, именно в Брайтоне начала свою головокружительную карьеру шведская группа Абба. Этот квартет, вот сейчас давайте вспомним, посмотрите, какие брутальные, но по тем временам особенно, ребята подыгрывают, подпевают двум красавицам, сладкоголосым нимфам. Вот действительно секрет успеха, проверенный десятилетиями. Ну что же, последним на данный момент от Евровидения отказался Израиль. Это было в 1980-м. Причина звучит примерно так. Вы такие будете смеяться, но это опять-таки гроши. Израильское телевидение не решилось менять формат вещания по всей стране из-за одного только конкурса. Показалось необоснованно дорого переходить на цветную картинку. В итоге зрители из Тель-Авива и Хайфа еще несколько лет смотрели только черно-белые трансляции. Но Евровидение тогда провели в Гаге, в Нидерландах. И, в общем, если Украина все-таки откажется от Евро, то это вовсе не станет трагедией, потому что она будет уже четвертой страной, взявшей самоотвод. Но первой, которая решила не просто сэкономить, а просто не в состоянии была провести конкурс.